Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Для закрытия дефектов небольшого объема мы можем одинаково успешно использовать два вида материала. Либо это минерализованный порошок компактной кости, либо это минерализованный порошок губчатой кости, которые являются базовыми материалами и могут быть использованы при любом виде костной пластики, независимо от его размера и локализации. Смешивание и приготовление костного имплантата начинается также со сбора капиллярной крови с первого разреза. Капиллярная кровь разводится физиологическим раствором в равном соотношении для того, чтобы капиллярная кровь быстро не сворачивалась. Любым удобным инструментом материал извлекается из склянки, либо высыпается в чашку для приготовления костного имплантата. Поскольку материал является лиофильно высушенным по своей технологии получения, он активно всасывает первую свободную жидкую фазу, в которую он погружен. Дальнейший материал смешивается до необходимой консистенции. Для заполнения небольших дефектов материал используется самостоятельно, без добавления дополнительных компонентов и аутокости.